Аня, я познакомлю вас с моей сестренкой Есенией. Знакомьтесь, это моя сестренка Есения. Я очень люблю свою сестру, и мы с ней проводим все свободное время. Сейчас я расскажу, чем мы любим заниматься. Готовлю завтрак. Сначала наливаем молоко. А потом кашу. Помешиваем на медленном огне. А получилось очень вкусно. Когда Есении было 1 годик с половинкой, я предложила маме ее научить читать. И вот что из этого получилось. Есения, а сейчас будем учиться читать. Что написано? Даля. Правильно. А вот здесь? Аня. Правильно. А вот здесь? Лена. Небо. Правильно. А вот здесь? Папа. Правильно. Мишка. А вот здесь? Хрюшка. Правильно. А вот здесь? Дядя. Правильно. Мы вам показали наш кусочек жизни. Всем пока.